23 и 24 апреля в Белгороде объявлены днями траура по жертвам преступления, совершенного в понедельник в центре города. Вооруженный мужчина подъехал на джипе БМВ к оружейному магазину «Охота». Зайдя внутрь, он убил двух продавцов и посетителя, после чего, выйдя на улицу, застрелил еще троих прохожих, среди которых были две школьницы 14 и 16 лет. Одна из девушек умерла на месте, вторая скончалась в реанимации. После этого преступник скрылся на автомобиле. Позже машину нашли брошенной во дворе недалеко от места стрельбы. Мотив преступления пока неизвестен. Как сообщает полиция, личность убийцы установлена. Это трижды судимый местный житель Сергей Помазун, который получил все сроки за угон автомобилей. Сейчас ведутся его активные поиски. На это ориентирован весь личный состав органов внутренних дел Белгородской области. Кроме этого, сообщается, что полиция объявила большое вознаграждение за любую информацию о преступнике. В связи с тем, что Помазун, скорее всего, вооружен и крайне опасен, власти призывают жителей по возможности не покидать свои дома.